Всем привет, дорогие друзья, с вами Клепин. И сегодня у нас будет долгожданный ролик, а именно ответы на ваши вопросы. Я решил разделить эту рубрику на две части. В первой я отвечу на самые длинные вопросы, а во второй на все оставшиеся вопросы. Если вопросы будут повторяться, то я не буду на них отвечать. Ну зачем по сути? Ладно, мы начинаем. Первыми на очереди у нас будут вопросы анонима. Задал он очень много вопросов, поэтому я решил ответить на его вопросы первыми. Первый вопрос: это твой первый канал или еще есть? Да, это мой единственный канал, больше нету. Второй вопрос: решил я снимать переводы, потому что я тогда начал увлекаться игрой Фридайник Функин. И я увидел таких ютуберов, как Сатарок, Арчи и АСТ.Д и вдохновился ими. Третий вопрос: смотрел ли ты когда-нибудь хоть одно мое видео? Нет, не смотрел. Не доходили и руки. Четвертый и пятый вопрос без комментариев. Шестой вопрос: любимых ютуберов у меня нет, мне все нравится. Седьмой вопрос: есть ли у тебя любимая музыка, песня? Нет, как таковой нету, так как мне все нравится, но особо мне запомнились треки Скетчи и Таби. Восьмой вопрос: сколько тебе лет? Мне почти 14. Девятый вопрос: меня зовут Никита. Десятый вопрос: ты бы хотел повторить любое видео своего любимого ютубера? Нет, я бы не хотел, а то прилетел бы хейт по типу плагиаты т.д. Одиннадцатый вопрос: когда будет перевод повстанцев хаоса? Скоро будет. Какие любимые игры? Фридайник Тфункин, Геометри Даш, Чупа Ад, Тиранани. Я Никиточка. Привет. 1 плюс 1 равно 2. Следующие вопросы от GameHero 404. Первый вопрос: ты чувствуешь вечную грусть? Ничего подобного, у меня все хорошо. Второй вопрос: какой ты бесчувственный, злой, нейтральный или добрый? 50 на 50 добрый и нейтральный. Третий вопрос: какой твой любимый персонаж в FNF? У меня несколько любимых персонажей: Скетчи, Таби, Боб, Микки и их еще куча. Четвертый вопрос: может, отдохнешь недельку? Да, я отдохну после того, как сделаю станции из Инди Кросс. Пятый вопрос: какие герои тебе из FNF больше нравятся? Злые, нейтральные или добрые? Больше нейтральные, ну и злые тоже топ. Следующие вопросы будут одного крутого чела Зенса. Первый вопрос: пропиаришь мой канал? Конечно, как-нибудь пропиарю. Второй вопрос: кого ты бы занес в список кринж-переводчиков по FNF? Я бы занес Мастер Гамис, Навбой, Игроман Чарасофт, Гриша Куликов и Гайфури FNF, но таких людей еще куча. Белый или темный шоколад? Мне без разницы, но больше нравится темный шоколад. Какая реакция была на 100 подписчиков? Вот такая. Ура! Я понял, надо продолжать снимать переводы. Пока не знаю, возможно, буду снимать гайды. Да, голос я полил, но под телефоном он полное говно. Следующие вопросы от Хапи. Мне почти 14. Я живу на Сатурне. Мой любимый цвет красный. Мне лень это решать. И последние на сегодня вопросы печенькой. Да, думаю, меня смотрит до конца где-то 25%, может больше. Конечно, подписан, как же иначе? Я смотрю разных ютуберов, в основном по FNF, их много перечислять долго. Нет, я покажу лицо на 10к. Меня зовут Никита. Ну все, на этом все, ребята. Скоро будет вторая часть ответа на вопросы. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем пока.